О, жрачкан! Ты какой пример подаешь племянникам? А если они тоже будут жрать все подряд с земли? Если вы мой отчаянный не знали, что с ней делать, сначала надо ее помыть, потом помыть руки, потом нарезать, потом на тарелку положить. Ты что несешь? Я просто захотел жрать. Пойдем в дом, я научу вас правильно резать и правильно готовить. Да нафига? Значит так, у нас несколько видов морковок. Мы должны выбрать самую вкусную. Значит, для этого нюхаем. Это говно. А вот это пойдет. Ну и нахера такие знания моим племянникам? Их батя и так хорошо кормит. Давай морковку я жрать хочу. Мы ее идеально начистили. Нет, не сейчас. Сначала надо ее хорошенечко порезать. Да господи, да давай ты ее уже сожрем. А то я так с голоду сдохну, пока ты там нарежешь. Так, для идеального блюда нам надо еще несколько ингредиентов. Куда лезешь разными руками? Бон аппетит! Друг мой любезный, как вы это жрете? А кто меня целыми сутками голодом морил? Мне все равно, что жрать, главное жрать, хоть говна наложить. Баран, ты меня на свидание пригласил, чтобы в одну точку пялиться? Когда ты на меня уже внимание обратишь? Или мы будем сидеть в молчанку играть? Я смотрю на горы. Офигенно! Пригласил, значит, меня на свидание, а сам смотрит на горы. Просто когда я смотрю один на горы, это не те горы, на которые смотрю вместе с тобой. Ну да, допустим, ты сидишь фигней страдаешь, а мне чем заниматься? Сидеть с тобой как дурочка и разглядывать твои горы? Я тоже не должна делать. Например, жрать сладости. Короче, если ты хочешь меня позвать на свидание, принеси горы сладостей. И риски не ем, меня от них распирает. Надо на такие чаще свидания ходить. Все, лимит исчерпан, неси еще. Баран, ты чеканулся? Я думала, тебе там совсем чуть-чуть сладко. Нахрена ты столько притащил? Ну, принес два ведра и хватит. Так нет, решил меня совсем раскормить. Ой, господи, мне плохо. Ты что, чокнулась только сладкого жрать? Ты все красными пятнами покроешься, если не перестанешь жрать сладкое. Дюша, пошли смотреть со мной горы, пожалуйста. Мне без тебя скучно. А-ля-ля-ля-ля! Господи, задолбал. Давай что-нибудь другое, а то задолбал своим ля. Попробуй. Дам. Ля. Певец тебя хреновый. Иди мозг своим ля другому выноси. А я устал. Ля. 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 Голос сорвал. Короче, еще 4 ведра, и бассейн заполнен. Что это такое? Да ё, просто да, такой тяжести в туалет захотелось. Там, наверное, чупакабра сидит. Дядя Лосяш, а там чупакабра. Ну, детишки, выдумают. Ладно, тащите фонарь, посмотрим, что там такое. Ля-ля-ля! Офигенная ля. Так вот, какая она чупакабра. На барана похожа. Карыч, ну когда ты меня отправишь в отпуск? Мне надоело торчать в этом захолустье. Я так хочу на солнце. Моя дорогая племянница, давай в другой раз. У дяди денег нету. В смысле нету? Дядя все на казино слил. Ну а чем мне теперь хвастаться, что я не была на море? Да сейчас мы тебе какой-нибудь тете на тряпье подберем и скажем, что ты была на море. Соску намажем и иди хвастайся на здоровье. Буф, офигенно, я из-за тебя нос сломал. А, это что за Зоя Космодемьянская? Хрен ее знает. Вы два балбеса, а вы что меня не узнали? Это ж я, Дюша. А барана что с работы уволили, что он тебе шмотки не мог нормальные купить? Вы что? Я только что с моря приехала. Как вам мой образ? Прямо как уж... Молчи. Вы серьезно? Журналы надо читать. Я похожа на Джессику Честен. Чего? Это кто вообще? И вот что значит древние люди. Между прочим, она играла главную роль в фильме «Оно». А, вспомнили, она же там еще и летала. Ну, раз ты у нас теперь звезда, значит, тоже будешь летать. Дюша, она же полетела и всех преодолела. Счастливого пути в Голливуд. Ой, как же прекрасно. Хе, вы два балбеса, я к вам горничной не нанималась. Давайте-ка лапы в руки и бегом пылесосить. Тьфу ты, вечно придет, все испортит. Это ж надо было, надо что-нибудь придумать, чтобы эта хрень сама работала и сама убирала. Но если посмотреть с другой стороны, это неплохая идея, я что-нибудь придумаю. А, офигенно. Дай пять. Эй, хорошо придумали. И это не будет нам мозг выносить, что мы не убираем. Эй, ты чё, отдай мою стружку-орезку, это невкусно. Совсем страх потеряли. Я на них тут батрачу, они будут срать, да нетушки. Отлично, все придумали. Куда теперь? Наверх. Задолбали срать. А, вон вы где. Ну достану пиздюлей дам. Помогите, меня сосалка хочет проглотить. Здорово, ребята, давно висим. Да с начала дня. Чую, мой сынок к нам тоже сейчас присоединится. Огромное сосалище меня сейчас сожрет. Вылазим, не боимся. Иди в жопу, я неукусный.